Этап на трассе Moscow Raceway стал экватором нынешнего сезона российской серии кольцевых автогонок. Он оказался не только массовым, но и захватывающим. Пожалуй, такого количества аварий, сходов и неожиданных развязок не было очень давно. Хотя первая гонка категории «Туринг» прошла очень спокойно. Пилот программы SMP Racing Кирилл Ладыгин – победитель. Дмитрий Брагин – серебряный призер. Михаил Митяев – бронзовый. Но второй заезд уже двигался по очень нервному сценарию. Большую часть дистанции лидировал Андрей Радошнов, которого преследовал Алексей Дудукало. Однако незадолго до финиша Алексея не слишком чисто, но обошел Клим Гаврилов. За два круга до окончания заезда Клим вообще вырвался на первое место. Более того, Радошнова смог обойти и Андрей Масленников. От Дудукало удача отвернулась окончательно. У его Audi спустило колесо, и ветеран закончил гонку, не солоно хлебавши. Правда, первое место Гаврилова было отобрано судьями. Итоговое решение примет апелляционный суд. Пока же результаты выглядят так. Андрей Масленников – победитель. Андрей Радошнов – серебряный призер. Иван Лукашевич – бронзовый. В Touring Light первая гонка осталась за пилотами на «Ладах». Владимир Шишенин победил в сопровождении Леонида Панфилова. Третье место спортивные комиссары отобрали у Артема Фридмана и присудили его Андрею Севастьянову. Героем второй гонки стал Владимир Черевань. В первом заезде он сошел из-за поломки мотора, а новый агрегат отказался заводиться на старте второго. Действующему чемпиону пришлось стартовать с последнего места. Но в итоге фантастическая победа. В классе Super Production тоже случилось неожиданное. У всех пилотов на Subaru BRZ и у Евгения Мейтиса на Весте были аннулированы итоги квалификации. Поэтому первый ряд стартового поля заняли спортсмены на заводских «Ладах». Но внутри первого поворота лидером оказался Volkswagen Scirocco Александра Гармаша. ВАЗовец Владислав Незванкин попытался его атаковать, и после их контакта начался «Армагеддон». Назад оказались отброшены не только Владислав, но и другие гонщики. В итоге лидерство захватил Андрей Петухов и весь заезд провел с комфортным отрывом. Евгений Метис также чувствовал себя комфортно на второй позиции. На третьем месте почти без усилий финишировал Илья Обжигалов.